И я хочу поприветствовать каждого из вас, вот, каждый регион, каждый город, каждое лицо. Я рад всех видеть, может, не вживую, так. Я знаю, что вы все мысленно, все вместе. Вот. Каждый раз, когда смотришь этот видеоролик, который вы сегодня видели, наш гимн, заряжаешься эмоциями, впечатлениями, воспоминаниями, которые на протяжении 5 лет пребывания в моей компании пел. Я получил. Вот. Сегодня я проведу вам спонсором, моим наставником. Это Владимир Радченко и Саиде Адамовой. Я узнал о компании EPL. Вот. Они мне открыли возможность поменять мою жизнь. И сегодня я буду делиться с вами теми впечатлениями, теми возможностями, которые дает компания. Так, все началось с того, что я был молодым амбициозным студентом. Я искал возможность для заработка. Вот. И в компании EPL на сегодня, я могу с уверенностью заявить, я нашел все. А это именно путешествие, это здоровье, это финансовая независимость. Вот. И сегодня все по порядку. Так вот, все началось с того, что моей маме дали попробовать продукт. У нее были проблемы с хронической усталостью, вот, проблемы с суставами и так далее. Ей дали попробовать леденец. Вот, который я лично наблюдал за тем результатом, который получила мама. Она прям ожила на глазах, она постоянно, всю, ну, несмотря на то, что был еще совсем молодой возраст, она все время у нее была усталость, сонливость. Я видел, что попробовав какой-то леденец, вот, маме стало значительно лучше. И далее маме предложили, что благодаря этому, рекомендую, давая информацию об этом продукте, вы можете также зарабатывать деньги. Так я узнал о компании, потому что первым делом мама предложила, чтобы этим занялся я. Вот. И так и начались наши первые шаги в рамках компании EPL. Вот. Мы начинали, у нас была небольшая команда в Дагестане, мы среди первых людей. Вот я как говорил, как полгода с основания компании мы узнали об этом, мы начали расти и развивать свой бизнес в Махачкале, в Дагестане. Вот. У нас была небольшая команда, это около 7-8 человек. Вот. И все это мы продвигали в Дагестане. Я являюсь самым молодым национальным директором компании EPL. Мой доход сегодня составляет около 3 миллионов рублей в год. Да, это все правда. Езжу на автомобиле представительского класса и посетил более 15 стран. Вот. У нас настолько стремительно и молниеносно развиваются события в компании EPL, то что этот слайд был составлен, сделан на Agile Season, который проходил в мае в Москве. Вот. И за это время, буквально за месяц, я уже побывал еще в 3 странах. Я побывал в Майами, в летней резиденции президента Сергея Сергеевича Куликова. Я побывал в Риме, вот, красивейший исторический город Италии. Также я побывал в рамках международного форума, среднеазиатского форума в Таджикистане, в городе Худжан. Вот, все это буквально за очень короткое время, буквально за месяц. Вот так вот стремительно развиваются события, развивается компания. Компания уже вышла на международный уровень. И все это происходит здесь с нами, в компании EPL. Так. Хочется сказать, когда мы только начинали, очень многие относились, в принципе, и сейчас относятся вообще скептически к сетевой индустрии, к сетевому маркетингу. И вот я хочу вам представить на слайде те цифры, чтобы люди понимали и имели представление о том, в какой сфере деятельности они находятся, какие здесь возможности, какие ресурсы, какой потенциал. Вот вы можете увидеть, да, то, что сегодня MLM-компании оборот мировой составляет более 150 миллиардов долларов. Вот. Ежегодный прирост это 20-30%, потому что очень многие компании сейчас переходят именно для продвижения своей продукции через сеть, через именно вот способы сетевого продвижения продукции. Это вот без представления, да, компании Coca-Cola, Colgate, это мировые бренды. Более 20 миллионов человек сегодня вовлечены и работают в сетевой индустрии. Так, далее. И каждый день более 50 человек становятся долларовыми миллионерами
в рамках различных сетевых компаний. Вот. Вот такой вот является индустрия сетевого бизнеса. И когда я только пришел в компанию, многие говорили о том, что вообще сетевая индустрия – это, ну, у всех ассоциации с тем, что здесь невозможно заработать, даже что уже понимая, да, находясь в том положении, в котором нахожусь сейчас, с тем пониманием, бывает как-то даже обидно то, что многие люди, плохо отзываясь о сетевой индустрии, даже не понимают, что это такое, что она из себя представляет, какие она себе кроет возможности. Вот. Вообще, какая, что является особенной, отличительной вещью вот именно сетевой индустрии, как это работает и в чем основное преимущество именно сетевых компаний, я вам сейчас расскажу. Вот. Это представим, что приходя в любой магазин, приобретая любой товар, вы приобретаете его с огромной наценкой. Вот представлен на картинке, вот, приходя, допустим, покупая там какие-либо, ну, возьмем там зубную пасту за 100 рублей. Вот. С момента его производства этот продукт проходит множество стадий. И вот начиная с крупного оптовика, средний оптовик, торговая сеть, рекламная индустрия, магазины. И представьте, имея, допустим, продукт себестоимость там 20 рублей, когда она доходит до вас, стоимость уже увеличивается практически на 700%. И представьте, приходя и покупая продукцию, являясь потребителем продукции в сетевой компании, в компании EPL, мы, партнеры EPL, которые продвигаем этот бизнес, этот товар, мы являемся прямыми посредниками между производителем и потребителем. И это является одним из главных преимуществ именно продвижения товаров через сетевую индустрию. Так, идем дальше. Вот. Также большую роль, я извиняюсь. Также большое значение имеет команда, это руководство, с которым ты работаешь. Вот, кстати, они находятся сзади меня. Не просто так, это люди являются нашей стеной, нашей опорой, вот, каждого партнера компании EPL. Я хочу рассказать немножко о нашем президенте, это Сергей Сергеевич Куликов, молодой амбициозный президент, который основал компанию 23 года. И 23 года в таком возрасте мне, будучи 19-летним студентом, довелось познакомиться с ним в Махачкале, когда он впервые приехал на презентацию. Вот. И смотря на него, возникали какие-то вот сомнения в плане того, что, ну, то, что совсем молод, амбиции и то, о чем он говорит, нам как-то все, во все это очень, ну, тяжело верилось. И вот спустя 5 лет хочется сказать, что компания сделала колоссально огромный скачок развития, потому что сегодня компания, она уже является компанией международного уровня. Сегодня компания имеет свое собственное производство. Компания сегодня имеет огромное количество линейки продукции. Вот, чтобы вы понимали, мы вначале, я когда буду говорить о продукте, вам более подробно расскажу, начинали с 4 наименований продукции Accumulated Sale, наших леденцов. И вот за 5 лет проделанная работа именно с профессиональным и опытным руководством, руководящим составом компании EPL, и те результаты, которые сегодня получили партнеры компании EPL, в первую очередь я, и множество, огромное количество наших дистрибьюторов в Дагестане, за пределами Дагестана. Это результаты по здоровью, результаты по чекам. Сегодня я имею структуру более 4000 человек. И все это я получил, придя в компанию, не имея никакого опыта вообще в сетевой индустрии, где-либо, потому что я пришел молодым студентом. И сегодня, благодаря тем условиям, тем возможностям, которые дает компания EPL, сегодня такие, как я, молодые студенты, мой лидер Ибрагимова Мадина, будучи там медсестрой, имея там свой небольшой бизнес, закрывать большие квалификации и зарабатывать большие чеки. Также ассоциировал Гульнара Азаева, это все те люди,
и такое множество количества людей, которые не имели опыта в сети и сегодня достигли больших результатов, больших чеков, путешествий. И с уверенностью могу заявить, что реально компания EPL изменила их жизнь на 180 градусов. Вот. И поэтому у каждого из вас сегодня, я думаю, у нас есть много новичков, которые слушают наш ПВК, следят за нашей трансляцией. Вот. Хочется каждому сказать, что компания сегодня и компания EPL сегодня дает на самом деле колоссальные возможности. И все зависит от вас, воспользуетесь вы эти возможности или нет. Вот. Так, давайте продолжим дальше. Так, как выбрать лучшую компанию? Сегодня на рынке огромное количество различных сетевых компаний, и каждая компания говорит о своей уникальности, о своих возможностях и так далее. И чтобы понимать, как выбрать правильную компанию, есть три кита, на которых держится любая компания, и зависит ее успех и потенциал. Это команда, о команде мы говорили. Это продукция, с которой вы будете работать. Вот, а также мы об этом поговорим. И возможности заработка, которые дает компания. Это являются три основными вещами, на которые вы должны ориентироваться. И что является как бы ключом к вашему успеху. Вот. И поэтому вот компания EPL была основана в 11 года, 11 месяца, 11 числа в Республике Казахстан. Вот. 5 лет мы являемся, уже находимся на рынке товаров для красоты и здоровья. Более 200 тысяч партнеров сегодня в компании EPL. Вот. Это полная легальность продукции, где стран продукции, где продвигается наш продукт. Вот. Более 30 стран. 15 способов заработка и вознаграждения, и, конечно же, идеальная репутация компании, которая также является большим для нас сегодня. Так, продолжим. Я хочу рассказать немножко о продукции. В компании EPL на сегодня три направления. Это наша революционная технология Accumulate Essay. Продукт для всех, продукт питания, продукт здоровья. Вот. Далее у нас есть направление, это парфюмерия экстраваганза. И также продукция из EPL Shop, туда входят и кисели, косметическая линия, чаи, кофе, зубная серия. Все это вы можете получить в высоком качестве и по хорошей цене в компании EPL. Вот. Ну, нашим основным продуктом являются наши леденцы. Вот. Это продукт, который выкупил наш президент. Патент на производство этой продукции находится в руках нашего президента нашей компании. И это возможность производства этого продукта на протяжении 25 лет. Патент выкуплен на 25 лет. Я не являюсь врачом, я не являюсь каким-либо технологом, но мне достаточно тех знаний, той информации, которую я владею, чтобы объяснить вам, что такое наш продукт. Как говорит, процитирую слова нашего президента, что компания не изобрела велосипед, что особенностью нашей продукции сегодня является вот наша технология, которая позволяет нам продукты питания, это полезные витамины, полезные микроэлементы, получать высококонцентрированные экстракты и аккумулировать, соединять их в наших дрожжах. И мы наш продукт используем под язык сублингвально, вот, что позволяет всем этим веществам, полезным минералам, витаминам попадать напрямую в кровь. И через кровь мы попадаем эти компоненты попадают сразу в нашу клетку. Поэтому мы называем наш продукт клеточного питания. Вот. Тем самым получаем необходимые вещества. Почему этот продукт сегодня актуален? По той причине, что
те продукты питания, которые мы сегодня употребляем, они не имеют уже той ценности, которая там буквально было 50 лет назад. В связи с чем множество различных проблем, которые сегодня люди сталкиваются, там обложение различных болезней и так далее. И вот сегодня наш продукт дает возможность нам натурально, мы этот продукт используем как от грудничка до старичка. У нас огромное количество результатов по продукту в Дагестане. Вот, потому что люди в первую очередь шли именно на продукт. Потому что было скептическое мнение вообще о сетевой индустрии. Но именно благодаря продукту многие люди пришли в этот бизнес, потому что мы даже не говорили о том, об уникальности технологии этого продукта и так далее. Мы просто давали его пробу. И эффективность и быстрота работы нашего продукта давали нам большие результаты в бизнесе. Потому что получая те результаты, которые мы получаем, об этом невозможно молчать, и мы об этом все время говорим. И говоря, делая рекламу, вы еще на этом и зарабатываете деньги. И самое главное, то, что сегодня наш продукт, он не имеет аналогов на рынке. Это дает большое преимущество каждому из нас, потому что этот продукт, он нужен всем, абсолютно всем. И этот продукт затрагивает все как бы сферы здоровья организма человека. Вот. Поэтому также отсутствие аналогов продукции на рынке дает нам большое преимущество, потому что сейчас, если взять любая компания, которая сегодня представлена на рынке, она продвигает продукцию, имеет огромное количество аналогов, как в любых прилавках, магазинах и так далее, и поэтому им продвигать свой продукт является гораздо сложнее, чем нам. Я быстренько перечислю тот ассортимент продукции из дрожжей, который у нас имеется. Это продукт Slide, продукт, который улучшает работу суставов. Вся костная система, все проблемы с суставами и так далее, это все решает проблему наш продукт Slide. Далее продукт Norm, это продукт против сахарного диабета, улучшает пищеварительную систему. Продукт GTS, это продукт, один из первых продуктов, вот я когда вам говорил, рассказывал, это были 4 вида леденцов, они находились в пластиковых баночках, я всегда говорю об этом, вот, чтобы вы понимали, как мы в Дагестане начинали свой бизнес 4,5 года назад, вот, и эти все дрожжи находились в маленьких пластиковых баночках, вот, при открытии, так как продукт состоит большей части из растительной патоки, они слипались. Вот представьте, каково нам было это предлагать людям. Когда мы вытаскивали баночку, выковыривали оттуда леденец и говорили, попробуй, это поможет тебе решить ту или иную проблему. Люди многие даже не хотели смотреть, слушать. Вот. Но именно благодаря тем результатам, которые получили мы, у нас была своя вера, убежденность в работе этого продукта, что и помогло нам в дальнейшем, несмотря ни на что, идти дальше, развивать свой бизнес. И вот первым делом люди как-то не признавали, потому что это новое, нигде такого нет, никто об этом не слышал, и все как-то вот скептически к этому относились. Но несмотря на это мы шли, мы предлагали, мы получали результаты, количество наших партнеров увеличивалось, вот, и люди уже начали говорить другие возражения, что когда начали видеть и чувствовать результаты нашей продукции, леденцов, начали говорить, что наверняка там что-то находится, потому что не могут леденцы, какие-то леденцы, давать людям такой результат. Наверняка это что-то добавляет, какие-то наркотические вещества. Вот, поэтому с чем только мы не сталкивались, через все это мы прошли. Вот я повторю, сегодня у нас огромное количество партнеров, которые получили от вас огромное количество результатов. Вот, и все это благодаря нашей продукции. Вот. Далее GTS. Это продукт, который дали первый раз попробовать моей маме. Это мои спонсоры. Это мой спонсор Саида Адам, Владимир Радченко. Вот. Именно благодаря этому этот продукт стал началом
на его пребывание в компании EPL. Вот, и поэтому я всегда к этому продукту отношусь особенно. Также вот хочу сказать, да, на своем примере, что мы даже речи вначале даже не шло о сетевой какой-либо компании, просто дали попробовать продукт. Также мой главный лидер, моя звезда, это международный директор Ибрагим Мадина, также придя в гости к нам, мы ей не рассказывали про уникальный продукт, про леденцы, про сетевой маркетинг. Мы просто ей дали попробовать нам, просто давали попробовать продукт, получили результат, она заинтересовалась, и так все у нас и пошло. Далее она заработала чек, первый же месяц, сама того не поняв, это на то время более 3000 евро, буду говорить евро, потому что у нас тут партнеры со всего практически мира, да, Англия, я вижу, Германия, Турция, Белоруссия, вот, и, как говорится, у нас в компании провалился жетон. Человек увидел, что есть шикарный продукт, который работает очень быстро и дает результат. Есть маркетинг, который также дает возможность в первый же месяц зарабатывать такие деньги. Вот. А возможно, мы поговорим чуть позже. Далее у нас продукт Relax. Продукт Relax — это для нервной системы. Вот у кого постоянно находится в таком стрессовой ситуации. Очень хороший продукт, проблемы с нервной системой и так далее. Далее продукт Stop — это продукт против практически любой боли, любые болевые ощущения он устраняет сразу. Вот. Далее Powerman, Powerwoman — это продукция, затрагивающая всю мочеполовую систему как мужчин, так и женщин. Вот. И это помогает улучшению, ну, каких-либо проблем. Вот. Далее Grow — это ежедневный баланс витаминов, продукт, в котором находится 250 видов антиоксидантов, это также продукт очистки. Вот. Alt — это вся, это продукт от аллергии. Нос — это антипаразитарный продукт, это самый богатый составом продукта. Представьте, да, просто в одной этой продукции находится 40, практически 50 различных трав растений. Вот. Это продукт антипаразитарный, очень мощный продукт. Один из наших самых любимых. Вот. Далее это продукт ICE, это желудочно-кишечный тракт, это около проблемы с гастритом, с язвой, с изжогой и так далее. Далее продукт для сердца, для печени. Вот. Все это говорит о том, что более подробно, да? Это будет. Это я вам перечислил специально этот продукт, чтобы вы понимали, что все это затрагивает все органы нашего тела. И поэтому этот продукт нужен всем. И разговаривая с человеком, давая ему информацию, можно заинтересовать любого человека. Потому что у каждого из нас есть свои различные проблемы. Вот. Поэтому этот продукт необходим всем. И вы можете заинтересовать любого человека и привести в этот бизнес. К нашему продукту. Далее это линейка нашего парфюма. Этот продукт был презентован на 4-летней компании. Вот. Что нужно делать, чтобы строить бизнес вместе с нами? Это использовать продукцию и рассказывать о продукции и о возможностях заработка всем. Вот как я и говорил, попробовал наш продукт, результаты получите обязательно. И об этом результате вы просто-напросто не сможете молчать. Вы обязательно об этом будете говорить, как это делают все наши партнеры. И говоря, рассказывая об этой продукции, тем самым вы заинтересовываете людей. И у вас, хотите вы этого, не хотите, просто очень многие к нам приходят и говорят, что нас не интересует бизнес, нам нужен только продукт. Нет людей, которые не интересуют бизнес и возможности финансового заработка дополнительно. Вот. Но у нас все это происходит, все это взаимосвязано, и поэтому нет одного без другого. Поэтому люди, получая результат, вот, они сразу начинают об этом говорить. Тем самым люди заинтересовываются, и как мы вначале, да, начали, давали информацию, и сами того не поняли, у нас уже образовались команды.
потому что мы давали рекомендацию о продукции, давали повод продукт, и это такая последовательная такая цепь происходящих таких событий. Вот. Вот, давайте я вам расскажу про возможности, потому что когда я пришел в компанию APL, вообще мне сказали первый раз об этом, меня интересовала возможность заработка. Вот. Потому что у меня были амбиции большие, я хотел купить хорошую машину, я хотел купить свой дом, я хотел быстро жениться, поэтому я всегда искал возможности для заработка. Вот. И несмотря на то, что я был студентом, и поэтому меня всегда интересовали финансы компании. В результате работы этого продукта мне достаточно было результата моей мамы, потому что в то время я был молодым, и у меня не было так таковых проблем, ну вообще, чтобы там принимать продукты и получать результаты. Я видел результаты на своих близких людей, и это мотивировало меня, чтобы давать информацию и продвигать продукты. Но самое главное – это возможность заработка. Вот, давайте с вами поговорим о маркетинге. Вот, также я немножко расскажу об истории, то что когда мы только начинали, у нас в то время было, мы как бы об этом не скрываем, мы говорим все как было, как есть. Вот, у нас было всего два вида заработка. Это был стартовый бонус и групповой бонус. Вот, и эти деньги мы получали наличным расчетом. Вот, хочется сказать, отметить опять-таки то, что есть у нас сегодня, это 15 видов заработка. Это еженедельные выплаты на любую платежную систему мира. Вот понимаете, да, какой рост за это время мы, ну, компания EPL сделала в своем развитии. И вот у нас 6 статусов вхождения. Это 100 евро, 200, 400, 600, 1800 и 3000. Вот. Далее вот вы видите внизу расписано 15 основных источников дохода. Вот. Я сегодня вам расскажу о 4 основных видах заработка. Это те виды заработка, которые вы можете получать еженедельно. И в первый же день, ну, с первого дня работы, вашей работы в компании. Вот. Что необходимо сделать вначале? Это зарегистрироваться, приобрести продукт на ту сумму, которая вам указана на экране. Вот. У нас одна условная единица равна 50 рублям. Вот, партнерам, которые находятся вот у нас за рубежом, за границей, у каждой компании есть свой курс. Вот, поэтому вам примерно ваш курс уже скажет в каждом регионе ваши спонсоры, ваши лидеры. Вот, поэтому первое, что необходимо, это приобрести продукт и стать партнером компании EPL. После того, как вы станете партнером компании APL, вот, вы первым делом получаете скидку. Скидку на весь ассортимент продукции от 15 до 60%. Вот, далее перейдем к первому виду бонуса. Первый вид бонуса у нас называется стартовый бонус. Это такой подарочный, можно сказать, бонус после того, как... Вот, давайте я вам расскажу последовательно, как все это происходит. Вот. После того, как вы пришли в компанию, соответственно, вы приобрели продукт, начали его употреблять, получили результат, и вы начинаете этим результатом делиться. Вот. Также люди, получив продукт, попробовали его, получили результат, они заинтересовываются и говорят, как это сделали когда-то мы, где можно этот продукт приобрести. Вы, соответственно, людям предлагаете возможность приобрести продукт по скидочной стоимости. И вот когда человек регистрируется, допустим, на 100 долларов, на 100 условных единиц, вы получаете 10% от его суммы регистрации. Далее, если человек регистрируется на 200, вы получаете также 10%. И вот вы видите, да, список. 400 – это 15%, 600 – это 17,5%. Если человек регистрируется на 1800, на статус VIP, на статус Diamond, вы получаете 20%. Максимально 20% стартового бонуса. После чего этих людей вы прикрепляете к бинару. Это наш групповой бонус. Что такое групповой бонус? Это, допустим, два и более человека, это уже является группой.
И в зависимости от того, какой вы совершите товарооборот, вы будете получать следующие проценты от вашего статуса вхождения. Вот. Для чего нужен статус вхождения? Мы всегда пример приводим того, что это то же самое, как вы приобретаете маленький магазин и большой супермаркет. Вот. Потому что с маленького магазина вы будете иметь определенные доходы, а с большого супермаркета вы будете иметь другие доходы, более высокие. Также у нас, делая закупку, приобретая продукт, вы получаете в зависимости. Вы можете делать одни и те же обороты, но получать совершенно разные проценты. Вот, допустим, представим, да, если вы создали там товарооборот группового бонуса, там, 5000 евро условно, если вы зарегистрированы на 200, вы получите 15%, если вы зарегистрированы на 400, это 20%, 625, 1800 и 3000 условных единиц вам дают возможность зарабатывать максимальные проценты группового бонуса, это 30%. Вот это наш групповой бонус. Я вам как бы коротко пройдусь по всем видам бонуса, потому что все это пытаюсь объяснить немножко сложно через вебинар. Далее это лидерский бонус. Что такое лидерский бонус? Расскажу вам на своем примере. Представьте, вот мой международный директор Ибрагимова Мадина, я ее пригласил, зарегистрировал. И вот еще хочется сказать, добавить то, что в нашем бизнесе никогда не знаешь, какой человек и какой в нем кроется потенциал. Потому что вначале пригласил, первым приглашая людей, у меня была команда из 5-6 человек. Я делал ставку на совершенно других людей. Вот. Я думал, что именно они станут моими большими лидерами и будут очень мощно и успешно работать в компании. Но получилось ровно наоборот. Вот. И я даже представить не мог, что пригласив компанию Надину, что она построит такую огромную сеть. Также вот ее, кого она пригласила, на самом деле, Сидерова Гульнара. Такая цель. И что хочется сказать, то что пригласив одного человека посредством этого, я Надина создавал структуру сегодня более 3000 человек. И весь этот товарооборот, он находится в моей структуре. И от всего этого товарооборота я получаю свои проценты. Так, есть вопросы? Давайте вот здесь мне присылают вопросы. Только первичный вопрос. Вот Харько Елена. Все правильно. Вот вы пишете, то, что групповой бонус выплачивается только от первичных закупок в малой ветке. Все правильно. Именно вы получаете групповой бонус от товарооборота малой ветки. Вот. Первичных закупок. Я думаю, мы еще в конце, после моей презентации, у вас будет возможность задать мне вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Вот. А сейчас я вам расскажу, завершу свой ПВК. После мы с вами проведем свой такой брифинг. Вот, да, лидерский бонус, о чем я говорил. И вот сегодня, зарабатывая чек по групповому бонусу, там, допустим, в размере 500 тысяч миллионов, я получаю 20%. Например, представим, если чек составил 1 000 000 рублей, я получаю от этого 20%, это 200 тысяч рублей. Только лишь лидерский бонус. Это один из видов бонуса. Это с первого уровня. Вот. Лидерский бонус вы получаете в зависимости от квалификации. Квалификацию вы делаете в том товарообороте. Вот вы видите, да, список здесь квалификации и процентов, которые вы получаете с лидерского бонуса. Вот. На первом уровне я могу иметь огромное количество людей. Бесконечное количество людей, точнее. И с каждого их товарооборота я буду получать 20%. К примеру, представим, это что у меня на первом уровне 5 человек. Каждый из них заработал по групповому бонусу определенный чек. С этого я зарабатываю 20%. Также представим, что они пригласили по 5 человек. Это 25 человек на втором уровне. Вот. Представим, у кого-то чек 10 тысяч рублей, у кого-то, даже если говорить доллар, да, 100 долларов кто-то заработал, кто заработал 500, кто-то 2 тысячи, кто-то 30 тысяч. С этого я получу 10% в совокупности от всех людей. С третьего уровня 5%, это 125 человек, 625 человек с четвертого уровня. Вот представьте, даже если это будет какой-то маленький чек, и проценты вы можете зарабатывать только лишь на лидерском бонусе. Вот.
Вот до 7 уровня вы можете получать лидерский бонус. Вот я в качестве национального директора получаю его со всех уровней. Вот, поэтому маркетинг-план компании он имеет на самом деле огромные возможности для заработка. Вот, и сегодня я вам как бы расскажу именно ту малую часть, которую вы сможете заработать. Так. Перейдем вот к квалификации. Я вам говорю, что квалификации вы можете зарабатывать в зависимости, ну, вы получаете от товарооборота. Вот. Вы можете посмотреть на картинке. Для получения квалификации, там, допустим, менеджера, вам необходимо сделать товарооборот в групповом бонусе 500 PV. Вот. Здесь вот написано необходимая активность. Я хочу также отметить именно ту активность, которую необходимо делать в компании EPL. Сегодня я зарабатываю, там, допустим, чек, как было, там, да, годовой чек 3 миллиона рублей, там месячный чек до 300 тысяч рублей и более. Вот, мне нужно делать активность, ежемесячную активность в размере 140 PV, так, 200 PV. Представьте, да, зарабатывая, допустим, компании 200, 300, 500 миллион, вам надо делать активность там, 5-10 тысяч рублей. Вот. А минимальная активность для большинства наших партнеров является 40 PV, это 2000 рублей. Зарабатывая, имеете такие деньги, вы делаете совершенно маленькие активности. Просто я знаю, что во многих других компаниях активность, люди ничего практически не зарабатывают, они делают активности, я не знаю, там 10 тысяч рублей, разные там активности большие. Поэтому у нас компания очень лояльная по отношению к своим партнерам. И далее перейдем, это структурный бонус. Структурный бонус вы получаете от вторичных закупок. Что такое вторичные закупки? Это человек после того, наш ну, как приглашенный после того, как становится партнером, и в качестве партнера он делает по скидочной стоимости активность, это является его структурным бонусом. Это его потребительская сеть, это его пассивный доход, это стабильный ежемесячный заработок, еженедельный. Вот. Это структурный бонус. Я поэтому говорю всем, то, что у каждого человека есть возможность в компании зарабатывать там, чек, вот, если говорить в рублях, это от 100 до 150 тысяч рублей. Если говорить там, в долларах, это от 1000 евро, доллара и выше, до 2000, до 3000. Это доступно практически каждому. Я вам вкратце об этом расскажу, как именно это я вижу. Многие вот придя в компанию, попробовал наш продукт, получил результаты, которые многие не могут получить там, от различных других, там, допустим, если у нас люди приходят с хроническими различными проблемами, и решив здесь долгие годы, которые мучились, и получили результат, и, соответственно, об этом говорят. И имея такой продукт, как каждый из вас в состоянии пригласить сюда 5 человек. Вот. Что я хочу еще отметить, то что в сетевом маркетинге нашей компании есть такое, что это спонсорская поддержка, есть всегда наставник. Вот. И во многом тот успех, который я сегодня достиг, я обязан своим спонсором, который с первых дней, когда я пришел в компанию, я не имел никакого опыта, я не знал, как говорить людям, что им говорить и так далее. Я видел, что продукт помогает, я видел, что здесь есть большие возможности заработка, но я не знал, как это делать и как с этим работать. И именно благодаря поддержке моих спонсоров, которые с первых дней вели меня, подсказывали, помогали, проводили презентации моим людям, вот именно благодаря их помощи я сегодня имею большую структуру, команду и являюсь сегодня уже сам профессионалом в этой индустрии. Вот. И я это говорю потому, что даже не имея опыта, вы можете создать большую структуру. Потому что ваша основная задача – это просто давать информацию людям и приглашать их. И любой новичок, который придет в эту компанию, получит результат, будет говорить об этом, он в состоянии пригласить как минимум 5 человек. Я думаю, вы со мной, давайте поставим плюсики, да? Каждый приглашенный, каждый новичок в состоянии пригласить сюда 5 человек, 5 новичков. Имея на руках такой продукт, такой маркетинг, такую компанию и возможности. Согласны ли, да? Это может сделать любой, однозначно.
Вот. Спасибо за плюсики. Вот. Далее, вы же понимаете, да, вот, допустим, пригласили этих 5 человек. Они также будут приобретать, они также будут употреблять продукт, получать результаты. И скажите мне, в состоянии ли вы помочь этим пятерым новичкам также пригласить по 5 человек? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот вы пригласили 5 человек, дали им информацию, они получили результаты. Это у вас уже структура, у вас структура. Отлично, спасибо за плюсики. Эта структура, получается, у вас уже 25 человек, это на втором уровне. Структурный бонус выплачивается с 6 уровней. То же самое, у нас есть принцип дубликации. Все, что делаете вы, делают ваши люди. Пригласив и пятерых человек, ну, вы поможете им также пригласить 5 человек, то же самое сделают они. И представим то, что у вас на третьем уровне 125 человек. И представьте этот прирост, да, 625 человек, более 1000 человек и более 3000 человек. Даже мы исключим из этого списка то, что наверняка не все будут там приглашать по 5 человек. Представим то, что у вас в структуре находится более, ну, представим там 300-400 человек. 300-400 человек. Вот, и это вы можете сделать. В течение от полгода, от 6 месяцев до года. Можете даже сделать и быстрее. Это все зависит от вас. Вот. Это все возможно, и это может сделать каждый. Потому что многие приходят, не успев зарегистрироваться в компании, там даже не сделав какой-то объем работы, они хотят всего сразу. Но этот бизнес, я всегда привожу пример именно вот в Дагестане. Здесь у нас средний заработок. Ну, около 15-20 тысяч рублей. Если переводить в евро, это около 200 евро. Вот. И представьте, эти люди готовы на эти деньги с утра до вечера работать на протяжении практически всей своей жизни. Вот. Но прийти, допустим, в компанию и отдать для этой работы, допустим, год, и прийти к чеку там 1000-2000 евро, не у каждого есть понимание этого. Вот. И поэтому, хочется сказать, человек, который пришел в компанию, принял решение, поставил цель, каждый может достигнуть этого. Как это происходит? Вот продолжу, да? То, что, представим, вы ведете такую работу на протяжении там, полугода, у вас уже группа, ну, около 300 человек. Представим, 300 человек у вас на протяжении полугода в команде. Разумеется, вы не один пригласили этих 300 человек, это вы делаете посредством других людей, потому что у вас есть свой круг знакомств. Вот. У каждого приглашенного вашего новичка тоже есть свой отдельный круг знакомств. И люди, они есть всегда. И в огромном количестве, как говорится, с 7 миллиардами мира. И людей хватит на всех. Вот. И давайте представим то, что они сделали ежемесячную активность минимальную, 2000 рублей. Вот. Умножьте просто этих 300 человек на 2000. Вот если у кого есть с собой там калькулятор, ну, просто посчитайте, чтобы вы конкретно видели в цифрах. Вот. Но, как правило, люди, они не ограничиваются, наши потребители, партнеры, на такой маленькой закупке, потому что наш продукт, он нужен всем, не только вам, вашим родным, близким, вашей семье. Далее у нас есть линейка продукции, у нас сейчас расширилась. Вот. У нас это и продукция APL Shop, это каши, кисели, зубная серия, косметическая линия, это наша парфюмерия. Как правило, люди покупают продукцию, это бывает, ну, не ограничивается на 2000 рублей, это бывает от 2 до 5, до 10, до 15 тысяч. Ну, мы возьмем самую минимальную цифру. Вот. И если мы разделим его, вот смотрите, чтобы получать структурный бонус, там, какая основное, да, преимущество при статусе данные? Вот. Имея другие статусы, вы получаете структурный бонус. Первая линия 5%, вторая линия 6%, 7%, 8%, 9%, 10% по возрастающей. Имея статус даймонда, вы получаете структурный бонус со всех уровней по 10%. Круто, круто. И вот,
Вот вы умножили, да, вот, допустим, 300 человек, даже вот у меня здесь перед собой калькулятор, я это сделаю вместе с вами. Так, это получается оборот где-то 600 тысяч. 600 тысяч товарооборот, чуть больше полумиллиона. Вот. И с этих 600 тысяч вы получаете 60 тысяч доход. Вот. Заработка. Это, ну, если, допустим, в евро, это получается более 1000 евро. Это круто, и это возможно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто со мной согласен. Я думаю, то, что это может сделать каждый. Об этом мы говорим людям, об этой возможности мы как бы рассказываем людям, потому что я пришел в компанию APL, я был молодым студентом, и возможность заработка 50 тысяч рублей в месяц для меня оказалась большой, и мне, как я думал, в то время этого было бы достаточно. Но когда я побывал на Мальдивах, на дне рождения президента со своей командой, и за следующие 9 месяцев я закрыл квалификацию национального директора и заработал свой первый миллион. Вот, на то время это было 30 тысяч долларов. Вот. Это было очень круто, и ты понимаешь, что все границы, все ограничения, мы сами создаем себе в голове. И то, что здесь возможно, на самом деле все. И зарабатывать сегодня, допустим, большие чеки, там, не 50 тысяч, а 300 тысяч, то кажется, и этого мало. Вот, поэтому аппетиты, потребности, они всегда растут. Вот, уровень комфорта жизни тоже растет. И то, что сейчас буквально там за неделю после звонка нашего президента, я даже представить не мог, там буквально даже год-полтора назад, что там, в течение недели я соберусь, полечу в Майами на летнюю резиденцию президента, побуду в его личном окружении, его кругу семьи. Вот, и это все очередной раз стирает границы возможностей в рамках компании APL. Поэтому будьте с нами. Здесь есть все возможности, поэтому каждый из вас может достигнуть успеха. Просто все зависит от вашего желания, от ваших целей, стремлений и так далее. Так. Дальше. Я думаю, сейчас мы уже не будем про маркетинг говорить. Если у вас там, допустим, возникнут какие-либо вопросы, вы уже можете непосредственно спросить у ваших партнеров, ваших наставников, кто вас пригласил, рассказал вам о компании. Вот, за 5 лет компания APL, как раз о достижениях компании, да, в компании уже более 200 тысяч партнеров в 30 странах мира. Вот, более 60 человек получили автомобили. Вот, что касается Дагестана, здесь у нас было вручено огромное количество айпадов, золотых украшений. Вот здесь указано 420 итальянских шуб. Из них 1/3 шуб получили в Дагестане, потому что наши женщины очень любят норковые шубы. Все выполнили промоушены и получили шикарные итальянские норковые шубы. Вот. Это более 6000 золотых украшений. Также большая часть этих украшений прибыла в Дагестан. Вот. И это говорит именно о щедрости компании. Вот. Несмотря на то, что она щедра в маркетинге, в заработках, она также делает постоянное огромное количество подарков, вот, признаний, и все это мы получаем каждый раз в компании APL, и не перестаем удивляться той щедрости, которую руководство дарит, делится своими партнерами. Вот. Хочется поговорить о путешествиях. Вот. За эти 5 лет мы побывали уже более 20 стран мира. Это более 30-40 стран. Я уже даже сбился, я даже не считаю. Вот у меня дома уже нет места на холодильнике, всем этим магнитиком. Настолько у нас огромный список городов, стран, в которых мы побывали. Вот. И это, представьте, это буквально за 2,5-3 года. Потому что моя первая поездка именно за границу, это была
2014 год, январь, день рождения президента. Мы побывали тогда на роскошных островах Мальдив, на острове Цейлон, Шри-Ланка. Вот, можно сказать, эта поездка стала нашей отправной точкой нашего развития, нашего успеха, потому что именно там мы близко оказались в близком окружении президента, познакомились с ним, увидели его видение, его потенциал. Вот, и все это дало нам очень сильную мотивацию для нашего дальнейшего роста, развития целей и задач. Вот, и с этого времени у нас каждый год у поездки, это Турция, ежегодные поездки AGL Season. 3 года подряд мы побывали в Турции. Далее это Америка, Багамские острова, Мальдивские острова. Весь список здесь перечислен. И что хочется сказать, то что наши поездки, они не являются, это не просто там обычные поездки, поехали, отдохнули и так далее. С каждым разом наш президент Сергей Сергеевич Куликов не перестает нас удивлять тому, насколько эти поездки являются, ну, бывают необычными. Потому что взять нашу поездку в Сочи, мы туда полетели на частном самолете. Это совершенно невероятное ощущение, когда мы прилетели в Сочи. Я сказал бы, что мне уже достаточно тех эмоций, которые я получил от этого перелета, чтобы вернуться домой и быть счастливым. Вот. Далее это мероприятие день рождения президента в Дубае, в самом дорогом, одном из самых дорогих отелей мира. Это Армани отель. Мы также ужинали в одном из самых роскошных ресторанов. Это Бурдж Халифа, Бурдж Аль-Араб. Под водой, в парусе, в ресторане там проходил наш ужин. Вот. И каждая поездка, это каждая незабываемая. Также мы побывали на 5-летие компании на самом большом круизном лайнере в мире. Вот. И каждый раз мы не перестаем удивляться тому, что дает нам почувствовать, увидеть, ощутить наш президент. И каждая поездка, она является особенной для нас. Мы это очень сильно ценим, продаем. И это тоже является отличительной, уникальной вещью, которая есть в компании EPL. Вот здесь написано, вот как раз о чем я говорил, да, что выбираете вы? Я сейчас обращаюсь к каждому новичку, к каждому партнеру, который сегодня в нашей компании. Что вы выбираете? Работать 40 лет наемным работником, получать доход за 80 тысяч часов в течение всей своей жизни, и не быть уверенным, что сможете выйти на пенсию, потому что нет гарантии, да, сколько мы проживем. Дай Бог, чтобы мы все прожили до пенсионного возраста. Но как раз таки, о чем я говорил, люди работают там на мизерную зарплату, не имея каких-либо перспектив, никакого личностного роста, не говоря уже о путешествиях там, и так далее, да? И они готовы это делать. И там многие это нормально. Поэтому это всегда выбор за каждым человеком. И сегодня дана вам возможность, которую выбор остается за вами. Либо, вот как здесь у нас, на стадии финансовую свободу. Вам достаточно вложить, как я говорил, да, даже год. Уже достаточно вложить год, чтобы выйти на чек от 1000 долларов и выше. Когда я вам говорил об этом чеке, вы понимаете, да, это растущий пассивный доход. Потому что, имея структуру, там, допустим, 100-150 человек, активных партнеров, эти люди не будут просто так сидеть на месте. Они также будут говорить, также будут приглашать людей. Количество людей ваших будет увеличиваться, тем самым будет увеличиваться ваш чек и возрастать ваш пассивный доход. Я считаю, что все мы должны стремиться именно к пассивному доходу, потому что многие из нас работают и зарабатывают до тех пор, пока у них есть возможность и здоровье работать. Как только они перестают это делать, соответственно, их доходы, они вообще прекращаются. А сегодня я и многие наши партнеры, многие лидеры нам Мы сегодня имеем определенный пассивный доход. И вне зависимости от того, будем мы работать, не будем, мы будем его получать. Соответственно, у нас большие амбиции, цели, потому что мы все растем вместе с компанией. Компания растет, она вышла на международный уровень. Поэтому мы вместе с компанией EPL хотим захватить международный рынок и зарабатывать большие чеки.
Вот. Потому что возможности заработка в компании, они не ограничены. Вот. И основными отличительными нашими преимуществами является это события. Вы знали, о чем вы будете говорить, что вы будете продавать, это события. Что касается событий, я могу много говорить, но хотелось бы, чтобы вы после моей презентации на канале YouTube APL доступны все наши видеоролики, наши путешествия, наши поездки. Обязательно это покажите своим новичкам, партнерам. Там вы можете увидеть во всей красе все наши события. Далее маркетинг-план. Вот. Я, по крайней мере, не знаю такого маркетинг-плана, который дает возможность первый же месяц зарабатывать такие деньги. Я, по крайней мере, уже находясь 5 лет в сетевой индустрии, не сталкивался еще с такой компанией. Поэтому я всегда говорю то, что говорить можно много рассказывать, какой у тебя уникальный продукт, какой у тебя шикарный маркетинг-план, но все всегда познается в сравнении, и у нас всегда есть результаты. Когда мы много не говорим о нашем продукте, мы просто даем его пробовать. Человек получает результат и идет на этот результат. Вот. Далее маркетинг-план. Делая обороты, я всегда привожу пример, допустим, вы можете работать там в двух разных компаниях, вы можете сделать оборот, вы можете сделать один и тот же оборот в двух разных компаниях, но за это вы получите совершенно разные вознаграждения. Получается, вы проделаете один и тот же объем работы, но заработок ваш отличается существенно. И, соответственно, это сказывается на вашей мотивации, на вашем уровне комфорта жизни и как бы во всех остальных сферах. Поэтому я первое дело, когда пришел в компанию, мне всегда не было интересно, я проводил такой сравнительный анализ различных других сетевых компаний, и мне все это было понятно на цифрах. Потому что мне, по крайней мере, по сравнению с нашей компанией, все остальные компании работали, показалось рабским трудом, потому что там нужно прилагать столько усилий, столько сил, чтобы, я не знаю, зарабатывать ничто. Вот. И поэтому это является нашим очень мощным двигателем нашего развития, нашего бизнеса. Вот. Продукция. Вот. Продукция быстрых команд, это команда, наше руководство, компания. Все это является нашим мощным фундаментом. Вот. И все это является нашими преимуществами чат других компаний. Вот. И поделюсь 3 секретами успеха компании APL, своего развития. Вот. Я всегда говорю на всех событиях то, что заслуга, в первую очередь, моего успеха в компании, это является не что иное, как сама компания. Потому что сегодня компания создает те условия, дает те возможности, благодаря которым такие, как я, там, молодым студентам, люди, не имея опыта в сети, могут достигнуть такого огромного успеха. Первый секрет, это всегда надо уметь слушать себя, верить в себя и идти только вперед, несмотря ни на что. Потому что, когда я только пришел в компанию, я пригласил сразу своих друзей, однокурсников. Вот. Разумеется, кто-то сразу отказался, кто-то там при первом же отказе тоже сказал, это не мое, мне это не интересно, и ушли. Вот. Поэтому именно вот вера в себя, вот, то, что убежденность тем, чем я занимаюсь, помогло мне сегодня достигнуть успеха. Вот. И поэтому надо всегда верить в то, что вы делаете, и идти только вперед, несмотря ни на что. У нас было тысячи, десятки тысяч причин сказать, что это не мое, то, что здесь ничего не получится. Все как бы махнуть рукой и дальше заниматься своим делом. Но несмотря на это, мы шли вперед, сегодня мы достигли таких колоссальных результатов. Поэтому каждый из вас будет сталкиваться с различными рода критикой. Поэтому хочется призвать каждого из вас, идите только вперед, верьте в себя,
Будьте убеждены тем, чем вы занимаетесь, и у вас все получится. Далее, второй секрет – это на первом месте в работе и в жизни всегда должны быть правильно выстроены отношения. Если нет отношений, то нет и вашего бизнеса, потому что наш бизнес, он строится на отношениях. Мы работаем с людьми, вот, поэтому это очень важная вещь в работе, поэтому надо всегда правильно выстраивать отношения с первых дней. С момента прихода вашего новичка, с вашими партнерами, с вашими лидерами. Это очень важно, и за этим надо всегда следить. Вот. Далее, это всегда расти, двигаться вперед, как личность, как специалист, как человек. Я всегда говорю, что когда приходят новички, вот, они хотят строить бизнес, они хотят зарабатывать большие чеки и так далее. Вот. Ну что, надо важно понимать, и к чему надо стремиться, это всегда это личностный рост. Потому что придя в компанию, вот, я всегда себя сравниваю, там, каким я был у начала и каким я являюсь сегодня, сейчас. Хочется сказать, что вообще нахождение в компании EPL это является огромным личностным ростом для любого из нас. Вот. И без нашего личностного роста не будет роста нашей структуры, нашей команды. Поэтому надо всегда расти. Вот. И это является самым главным, таким, ну, одним из секретов успеха роста вашей сети. Потому что ваш рост, также, когда растете вы, растет ваша команда. Тем самым растет ваша сеть. Поэтому надо всегда работать над собой, вот, и создавать свои результаты, свою историю, чтобы вы могли продать, в первую очередь, себя. Вот. Это как бы три основных моих секрета успеха, которые мне помогли. И напоследок хочется слова нашего президента, основателя и президента компании EPL Сергея Сергеевича Куликова. Вот. Хватит мечтать, пора действовать и по-настоящему зарабатывать. Вот. Поэтому мечтами должны быть всегда, мы должны уметь мечтать, мы должны ставить большие цели, мы должны быть безграничные мечты и так далее. Вот. И поэтому одно дело мечтать, другое дело мечтать и действовать, и идти к своей цели. Поэтому это две вещи, взаимосвязанные с успехом, поэтому надо всегда мечтать, действовать и идти вперед. И тогда вы будете по-настоящему зарабатывать. Вот. Поэтому сейчас я хочу уже как бы подвести наша презентация, моя презентация уже подходит к концу. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня подключился к нашему вебинару. Я еще раз рад всех поприветствовать. Я также хочу сказать, что компания EPL дает возможность именно вот этих отношений. Вот я, например, смотрю, здесь очень много наших партнеров со всего мира. И я понимаю то, что, допустим, если бы я вел обычный образ жизни, который я вел, я бы не имел столько прекрасных, хороших друзей. Уже некоторые даже люди стали для меня по-настоящему родными. Вот. И это все люди по всему миру. Я могу с уверенностью сказать, что у нас есть большая команда, очень хорошие люди, настоящие лидеры. Это команда из Германии, это команда в Молдове, это команда в Таджикистане, Кыргызстане, вот, по всей России. Вот, понимаете, это все дает компания EPL. Это мы все как одна большая семья. У нас одни цели, одни задачи, и мы все всегда друг другу помогаем и расти. И это, конечно, закладывает наш президент, именно вот такие отношения семейственные. И это особенно радует. Это тоже возможности, которые он дает компании EPL. Возможность иметь друзей по всему миру, по-настоящему друзей. И всегда говорится, да, есть такая поговорка, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Поэтому это тоже является для меня особой мотивацией и вещью, которая очень сильно меня, ну, вообще радует, что это есть в компании. Это тоже одна из возможностей. Поэтому это все вы можете получить в рамках компании EPL. Поэтому будьте с нами, и у вас все получится. Поэтому огромное всем спасибо. Рад был всех приветствовать.
Кстати, вот прежде чем закончу, вот, буквально 5-10 минут, я бы хотел посвятить именно вот вопросам-ответам. Если у кого-то есть какие-то вопросы, давайте я с удовольствием на них отвечу. Вот, можете задавать. Ну, я заранее предупреждаю, то, что время у меня немножко ограничено, поэтому я могу ответить буквально на пару основных вопросов, которые вас интересуют. И на этом мы уже завершим нашу презентацию. Ну все, давайте тогда, раз нет вопросов, мы на этом уже завершим свою нашу презентацию. Вот. Еще раз огромное всем спасибо. До скорой встречи. Пока-пока.